Белоснежные голуби появились на деревьях в центре города. Их изготовили взрослые и дети. На площадке перед муниципальным центром культуры магаданцы вместе со всей Россией приняли участие в акциях «Голубь мира» и «Я рисую мелом», посвященных 75-летию Великой Победы и параду, прошедшему в этом году в 28 городах. Своего голубя магаданцы отправляли и в интернет-полет. Фотографии белых бумажных птичек находятся в виртуальной зоне памяти под хэштегами «Голубь мира», «Мир на земле», «Парад победителей», «Радость победы», «Год 2020», «Год памяти и славы».